Я считаю, что связано это с тем, что все-таки вопрос Крыма, он является наиболее сложным сейчас. Как бы, и в целом работа СМИ, она часто направлена на то, чтобы предложить, да, простое решение. И даже когда спикеры приходят в аудиторию, они не так узко направлены в рамках этой темы, и, соответственно, весь эфир, скажем так, больше направлен на обсуждение той поточной проблематики, которая там есть за сегодняшний день, за сегодняшнюю неделю. А вот в целом я хочу сказать, что в рамках общенациональных каналов, в рамках информационных каналов достаточно малое количество тематических передач. То есть мы понимаем, что в формате ток-шоу, когда собирают спикеров, тяжело подобрать, скажем так, специалистов по конкретной области. И в целом, то есть это говорит о неком качестве СМИ. Вот я очень хотела бы, чтобы условно у нас СМИ в Украине развивались по примеру, да, определенных тематических форматов. Возможно, это раз в неделю, да, это не так часто. Возможно, это менее интересно населению, ну, с точки зрения какой-то хайповости, если так можно сказать. Но в целом это было бы очень интересно. Ну, что может быть важнее сегодня в нашей стране, когда у нас война? Что может быть важнее оккупированных территорий? Я хочу сказать, что работая в профильном комитете, для меня, конечно, не может быть ничего важнее. Я всегда говорю, если, вот, да, как звертаючись до мертвых и живых, и на народженных, я говорю, Шевченко. Я думаю, что каждый политик, тот, который был в политике, тот, который есть в политике, тот, который будет в политике, своей основной целью должен делать восстановление территориальной целостности и суверенитета в Украине. И до тех пор, пока этого не будет, я думаю, что никто из нас, скажем так, спать спокойно не может. А, конечно, этим вопросом надо заниматься. Но вот возвращаясь как раз, почему о Крыме меньше говорят? Потому что здесь может быть мало популизма. Условно, здесь тяжело предложить простое решение. Мы понимаем, что это будет требовать длительного процесса. Мы понимаем, что это будет требовать сложных решений на международной арене. Мы понимаем, что это будет требовать с точки зрения выработки решений в парламенте и в правительстве. То есть это будет достаточно сложный поэтапный процесс. И здесь на этой теме вот невозможно, скажем так, предложить быстрое и эффективное решение.